Размер сообщения имеет значение, если речь идет о Твиттере. Уже скоро там можно будет писать длинные посты. Как сообщает издание The Verge, сервис изменит ограничения уже 19 сентября. Теперь изображения, гифки и видео не будут считаться частью сообщения. Это значит, на них не нужно будет расходовать драгоценный лимит в 140 знаков. Более того, если вы отвечаете кому-то или упоминаете других пользователей в сообщении, это тоже не будет тратить лимит.